Ну что, пришло время для ежедневника. Всем привет, меня зовут Алена, вы на моем канале. Если вы тут первый раз, то добро пожаловать в ежедневник. Я безумно рада, что вы вернулись. Сегодня долгожданное видео с ежедневником, о котором вы меня, конечно же, просили и спрашивали. Спасибо вам большое, мне очень приятно слышать от вас такие, знаете, приятные комментарии о том, то, что вы ждете, вы верите. И я просто не перестаю удивляться, насколько люди могут быть добрыми и отзывчивыми. Спасибо вам. Просто благодаря вам моя вера в людей, она возрастает вот, не знаю, от того уровня, вот просто вот туда. Так что огромное вам спасибо. И сегодня я вам покажу, как я заполняю свой ежедневник. Он у меня новенький, вы о нем уже знаете. Если не знаете, то посмотрите прошлое видео, оно уже было с ним. Вот, и в этом видео вы меня просили именно показать вам, как я его оформляю, как я буду его оформлять, потому что до этого я его не оформляла. Он у меня был просто вот такой простой форме, без различных украшений и прочего. Но в этот раз я решила немного заморочиться. Ну, даже не то, что заморочиться, это мне правда удовольствие, я обожаю это делать, это расслабляет, это заставляет как-то покреативить, поэтому это полностью мне было в удовольствие, я с удовольствием поделюсь с вами идеей того, как я сделала вот этот чудесный разворотик. Поэтому, если вам интересно, то продолжайте смотреть, и по ходу этого всего я постараюсь сделать какие-то уместные комментарии, так как я делала это отдельно. Раньше делала вместе, когда комментировала и сразу же делала. Сейчас же, точнее вчера же, у меня не пойми что происходило, точнее происходил День молодежи, я не могла вам записывать. И у меня еще возникли, кстати, такие, знаете, проблемы, как то, что у меня забрали штатив. У меня, я снимаю без штатива сейчас, и вчера я снимала без штатива. Ну, вообще-то, штатив был не мой, поэтому понятно, почему его забрали. Но, ох, это было так сложно, на самом деле. Поэтому я приложила просто грандиозные усилия для того, чтобы это видео было, и оно было... Я хочу сказать прекрасным, но я хочу, чтобы оно было... Да, я хочу, чтобы оно было прекрасным. Поэтому давайте смотрим и комментируем. Все начинается с ничего, как говорится. И для начала я добавляю небольшие розовые дополнения, обвожу дни недели и добавляю небольшие флажки на сами дни недели, собственно говоря. Затем я добавляю немного скотча вниз страницы, предварительно подрезав у него один край. Я добавляю стикер «Начать делать», добавляю точечки. Добавляю стикеры «Не забыть» и также записываю несколько вещей, которые мне нужно начать, ну или, по крайней мере, закончить, в общем, которые мне нужно сделать. А следующее я добавляю встречу, именно с кем мне нужно встретиться, и Дианочка, Ткачевочка. Я про тебя прекрасно помню, поэтому мы с тобой встретимся. И 27-го я еду на одно мероприятие, о котором вы узнаете позже. Вот, также какой-то небольшой виш-лист, именно то, что я хочу купить. Также добавляю стикеры, стикер с кошечкой у меня с AliExpress, а вот стикер с Oreo у меня из магазина Fox Stickers ВКонтакте. Ссылочку на эту группу я, наверное, оставлю в описании. Также я добавляю трекер, mood tracker. Трекер настроения. Это я делаю в первый раз. Я сделала 7 столбиков. Я сделала 7 столбиков. Я первый раз это делаю, и я буду отмечать, какое у меня настроение. Как видите, есть хорошее, есть среднее, есть не очень, а есть полностью капец, убейте меня с такими глазами. Вот. И, наверное, на этом все. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Я надеюсь, вам понравилась эта идея. Если это так, то ставьте пальцы вверх. Я буду ждать ваши комментарии. Спасибо, что посмотрели это видео. Ссылка на этот ежедневник будет в описании, так как я его тоже заказывала. Точнее, мне его прислали, но я его обожаю. Вот, поэтому вам советую искренне, потому что девушка из Санкт-Петербурга пришлет вам еще и прекрасное письмо. Вот, и все. Спасибо, что посмотрели это видео. И увидимся с вами очень скоро. Так что пока-пока!